эксцентриссимо. Декабрь – пора корпоративов. Кто-то уже начал отмечать наступающий Новый год, ведь чем раньше, тем дешевле. А вот австралийский миллиардер Клайв Палмер на сотрудниках не экономит. Он любит устраивать пышные гуляния и дарить подарки. В 2011-м 50 лучших работников его компании получили к Новому году по Мерседесу. Еще 800 менее выдающихся коллег поехали за счет босса с семьями отдыхать на Фиджи. Зарядились от щедрот и работали на карман Палмера весь следующий год с неподдельным энтузиазмом. А в России в 2014 году, когда вместе с елочкой стремительно подрастал доллар, руководство республики Коми не нашло денег на корпоратив у себя дома и решило воспользоваться бюджетом. Тендер на 2,5 миллиона объявили. Не ахти какая смета, видали и подороже, зато банкетов было 3. После одного же непонятно, что праздник отметили. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает, говорили, наверное, местные чиновники. Но мы с вами знаем, что стало с руководством Коми и кто как работал. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ», стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.